Шаг навстречу молодежи – это не только диалог, но и возможность. Молодые люди рассказывают о своем участии в реальных делах и проектах на благо Брянщины, делятся новыми идеями и подходами. Зачем мы встречаемся с молодежью? Именно для того, чтобы идти вместе, не параллельно, никаким образом, никакой геометрической фигурой, вместе для того, чтобы действительно, как девочки сказали из волонтерских отрядов, чтобы наш город стал самым лучшим городом. В Брянске более 2000 волонтеров. Одни объединяются в отряды, другие действуют самостоятельно. Но все готовы бескорыстно совершать добрые дела. Сегодня, вот, допустим, мы провели акцию «Береги нашу землю». Акция заключалась в том, что мы собираем макулатуру, крышки, батарейки. И на все вырученные деньги мы будем покупать к Новому году подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За круглым столом говорили не только о добровольчестве. Молодежь интересовали вопросы карьеры и призвания, увлечений и, конечно, образования. Помните, ребята, образование – это главная инвестиция в жизнь. Итогом мероприятия стал общий для всех вопрос от председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства. Какой самый добрый поступок вы совершили? Если выделять мой самый такой добрый поступок, это, наверное, помощь детским домам, детям, которые, к сожалению, не могут ощутить тепло родителей. Я, например, во время пандемии, когда только началась, был в группе «Мы вместе». То бишь, помогал, ездил на вызовы. Могу рассказать ситуацию, когда к нам в лагерь приезжали люди с ограниченными возможностями. И мы им дали почувствовать ту атмосферу, в которой они могут спокойно себя ощущать. Развивать добровольческое движение совместно с властями сейчас, в период пандемии, особенно важно. И муниципальные власти готовы к открытому диалогу с неравнодушной молодежью. Александра Савельева, Анатолий Чекрыгин. События, Брянск.